Люда Плотникова и слишком мы. У меня последствия неврита были, губы в трубочку даже не делались, а теперь я в шафар дуду только так. У меня все получается. Из-за бронхиальной астмы у меня выдоха почти не было, а теперь я могу очень долго это делать, и все в порядке. Я могу танцевать и кружиться, последствия сотрясения меня не мучают. Это очень здорово и классно. Спасибо Господу. Здорово. В этой школе. Это очень здорово. Слава Богу. Слава Богу. А можете доказать, что у вас астмы нет? Я не знаю, подышать так. Или побегали, вы да, что-то пробовали. Дайте трубу, правда, подуду. А, даже в трубу. То есть при астме это невозможно. Да. Это там же нужно усилие, оттуда выдох нужен. А при астме ты вдохнуть можешь, а выдоха нету. Да. А тут я... То есть классное служение на МЦИ, да? Да, это очень великолепно. Да, вы счастливы? Да, благодарны Господу. Это чудо от Бога. Да. Аллилуйя. Слава Богу.